Тот гость, который уже у нас в студии, играет, не знаю, на инструментах или нет, но исполняет хип-хоп точно клево. Сегодня у нас в гостях Юлий, самый рэп-исполнитель, который в скором времени или уже презентовал свой новый клип под названием «Летать», правильно? Уже презентовал, доброе утро. Доброе утро. Доброго ранку. И выход альбома, если мы не помиляемся, это бы нового. Да, будет выход альбома второго. Вот первый был, собственно, в 2013 году, а вот сейчас второй. Ну, если первый был лонгплей, то есть он в него входило 13 треков, то во второй, собственно, он EP-альбом, и в него будет входить всего-навсего 7 треков. Он какой альбом? IP? AP, да. AP, это сокращенная версия? Да, да, да. Ага. Я понял. Сейчас, Танюша, я знаю, как тебе хочется пообщаться, любишь бородатых мужчин, но подожди. Вот твоя карьера, уже сколько лет ты занимаешься этим видом искусства? Ну, добрых лет 7, где-то так, да. И тебе за это время уже удалось побывать во многих, наверное, городах и с многими исполнителями также спеть. Есть ли в твоем списке люди, известные нашему телезрителю? Ну, скажем так, во многих городах я не был, и, как правило, если я делаю какие-либо совместные работы, то их очень мало, их можно по пальцам посчитать. Вот. Я, собственно говоря, записывался с рок-группой запорожской, New Line'ами. Это было еще на том альбоме, на первом. Вот. А на втором с Гриндером, вот Алексей тоже есть, он вот бард, бардовские песни, он больше под гитару делает. Я пропоную зараз перейти до прем'єри, до кліпу на пісню. Та прем'єра буде зараз? Ти поки ще не показував ні по одним мас-медіа. Ні, да? Ні по одним, да. Отже, спасибо. Давайте подивимося прем'єру. Свіжачок. Дякуємо за вибір. Дивимося. Свіжачок, поїхали. Прем'єру
кліпу на пісню «Літать». Юлі самий реп-виконавець, вона зараз у студії, хто пропустив початок інтерв'ю. Мене вразило от, в процесі зйомок, зараз ти нам розкажеш про нього трошечки детальніше, що ви справилися за 5 годин. Да, за 5 часов справились. Но все было расписано. Мы на самом деле, песня была записана и написана еще добрых где-то года полтора назад. Вот. А потом у меня были какие-то дела, что-то как-то откладывалось. Я присматривался к людям, кто будет учеба, снимать. Учеба, да, работа. Да, учеба, работа. Дети. Нет, детей нету. Пока. Детей нету, кстати, да? А кем работают рэперы сейчас у нас? Рэперы учатся. А, учатся. Хорошо. Может быть, раскроешь, может быть, все-таки, где подрабатываешь? Потому что я знаю, что студенты все где-то подрабатывают. Ну, на данный момент я являюсь преподавателем. Все-таки. Преподавателем математики, да. Ну, мені здається, це дуже круто. Original style. А скажи, будь ласка, от у мене таке питання до всіх виконавців. Як ти відчув, що реп – це твій стиль, що ти хочеш у ньому творити? Можливо, я от сижу, а у мене теж, я просто не знаю, Смотри. Що треба в собі відкривати. Можливо, я теж. Я доповню просто вопрос. Ну, от ти сидиш, ти, сразу видно, ти талантливий чоловік. Ти же не будеш преподавати математику. Почому це видно просто? А, видно по твоїй роботі, яку ми тільки що посмотрели. Ну, може бути, да. Ну, тебе делают комплимент, а ты не хочешь его принимать. Все-таки, отвечай на вопрос, Таня. Як ти відчув, що ти хочеш займатися саме цим, що це твоє? Ну вот понравилось просто. Начал писать. Изначально это было... Смотрел на других вот ребят, которые тоже занимаются музыкой. К сожалению, так получилось, что музыкального образования я в детстве не получил. Вот. Я там, не из богатой семьи. Хотя я очень хотел пойти обучаться на чем-то играть. Вот. Но не сложилось. Ну, единственный выход, да, тот, кто хочет заниматься музыкой, не имеющий музыкального образования, нет возможности пойти ему. Вот. Соответственно, это, конечно же, рэп. А рэп в себя все остальное вобрал. То есть там может быть и рок, и поп-рок, то есть и сол. Рэп в себя вобрал все. То есть там можно делать все. А то есть ты не благодаря, а вопреки пошел в рэп, да? Пожалуй, да. Я понял. Я думаю, что просто існує два шляхи. Або ти дивишся на естраду та говориш, та фігня, я можу краще, або ух ты, це настільки круто, що це мене надихає. Пожалуй, было и то, да. И вот последнее, все-таки, у тебя вот все-таки псевдоним, да, самый, все-таки, вот давай я сейчас скажу два слова, Юлий самый какой? Просто Юлий самый. Изначально, вот почему пошло Юлий самый, то есть я обычно, когда с ребятами знакомился, когда был в начале, скажем так, своего пути, да. Выбора, да, музыкального, вот, я говорил там, например, приятно познакомиться, там, говорили, Леша, я говорю, Юлий, тот самый, я говорю, ну, наверное, тот самый. Какой самый, без понятия. Ну, так оно и пошло, то есть, Юлий самый. То есть, можно было даже Юлий тот самый говорить. Сократил, Юлий самый, звучит лучше, да. Ну, спасибо большое за то, что ты пришел в это раннее утро. Мы тебе желаем только творческих побед. Я думаю, у тебя будет еще ни один клипец, ни один саундтрек, ни один под какие-то фильмы, ни один сингл. Короче говоря, успехов тебе и, конечно, ждем еще в гости. И чтобы ты улыбался от того, что ты делаешь, чтобы получал кайф. Спасибо. Дякуємо тобі ще раз. Ну, а ми продовжуємо далі. І нині в нас реклама, після чого обов'язково повертаємося до нашої студії та будемо вітати вже нових гостей.